Литературный перекресток развернулся, как душа писателя, как гармонь, мимо не пройдешь. Именно так и задумывали организаторы. Уже второй год почитатели творчества Василия Макаровича не ютятся в залах Шишковки, а встречают литературное событие под открытым небом. Здесь нашлось место всем. Свободный микрофон для тех, кто желает вслух прочесть классика, фестиваль бардовской песни и, конечно, поэтические батлы и культурные дискуссии. Мероприятие, которое традиционно открывает Шукшинские дни на Алтае, литературный перекресток. Вообще всегда это встреча с писателями, участниками Шукшинских дней на Алтае и читателей. В таком перекрестии создается атмосфера будущих, вернее нынешних шукшинских чтений. А молодежный театр Алтая представил, как можно догадаться, молодежную спецпрограмму. В рамках лаборатории документального кино зрителям показали короткометражные фильмы, созданные Барнаульской школой кино и театра. Все актеры и соавторы сценариев – дети. На Шукшинские дни коллектив пригласили впервые. Нам будет очень интересно, мы еще не успели познакомиться с такими известными режиссерами, как Угаров, куда мы обязательно пойдем посмотреть его работы. Федорченко тоже очень интересно у него работы посмотреть. И дети тоже уже ждут с нетерпением познакомиться и показать наши работы им тоже. Юлия Гадар, Алексей Фризин, наши новости.